Организация OpenFC очень импонирует в плане состава пар. Очень равные пары всегда. Есть всегда возможность выиграть. Турнир понравился, понравились поединки. Бои были действительно красочные, напряженные. Каждый поединок был ровный. Поздравляю всех победителей. Жизнь не всегда легка. На самом деле, некоторые из вас сегодня, вы здесь и вы переживаете самый трудный период своей жизни. Будут периоды, когда мы будем страдать. Будут периоды настоящей боли. И вопрос заключается в том, как вы будете реагировать в такие моменты. Иногда жизнь трудна. Давай, полковник. Начинай разжигать! Легко – это не вариант. Но стоит бороться. Стоит взять себя в руки, встать внутри себя. Стоит бороться неустанно и никогда не сдаваться. И я говорю вам прямо сейчас – не сдавайся. И я говорю вам прямо сейчас – не сдавайтесь, пройдите через это. Если вы сможете пройти через это, если ты сможешь справиться со своей болью, я гарантирую вам, что на другой стороне награда. Боль не постоянна, боль временна.